Здравствуйте! Сегодня рассмотрим тему, как включить виртуализацию на Windows 10. В нижнем правом углу нажимаем на такой значок «Все параметры», «Приложения», переходим вправо «Программы и компоненты». Теперь влево переходим «Включение и отключение компонентов Windows», нажимаем. Здесь опускаемся ниже до вкладки Hyper-V, ставим галочку, нажимаем «Ок». И делаем перезагрузку компьютера. Я пока перезагружать не буду. Кто хочет получать известия о добавленных мною новых полезных видео, то подписываемся на канал. Все своими руками. 36. До свидания.